Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с новой версией Пиксельмона. Это у нас третий сезон. И, в принципе, как и говорил в предыдущей серии, этот эпизод мы еще проведем вот тут, в шахте, чтобы добыть себе побольше ресурсов. И, в принципе, давайте... В предыдущей серии мы, кстати, еще фосил нашли. Это вообще охрененно, в первой же серии найти фосил. И сразу же через несколько секунд найти 3 алмаза. Я думаю, это действительно офигенно в первой серии вот это найти. Но вот в данный момент мне нужно как больше угля и как больше железа. Да, логично, в принципе. По поводу золота, а фиг его знает, нужно ли оно нам или нет. Ну, в принципе, золото нужно для того, чтобы делать раркенди, да, но по поводу раркенди, я не думаю, что мы еще скоро пойдем в ад, да, так как, в принципе, нам нужна алмазовая кирка. В принципе, у меня есть, да. Где там у нас лава? Где-то вот там, или мне кажется? Не, ну, в принципе, у нас есть 3 алмаза, да, чтобы сделать себе алмазовую кирку, но я один алмаз все-таки потрачу на хилку, да. В принципе, я не знаю, где можно будет себе дом сделать. Я, наверное, думаю, в принципе, дом я начну делать в следующей серии. Не, ну, в принципе, ребята, как... Ну, как думаете? Ну, в принципе, ну, не как думаете, но я думаю, что намного... как бы лучше будет, чтобы сделать вот себе дом сразу, вот сейчас начать строить себе дом, да, потом построить себе дом, сделаешь в нем обстановку, что тебе как нужно, поставишь там немножко сундуков, печек, верстаков, да, хилку, компьютер потом можешь сделать, и потом как бы поставить себе waypoint, да, чтобы вот тут наш уже дом, и в принципе мы тут будем жить. Чем, например, вот сейчас я выйду шахты, пойду там центр, вылечу своего покемона, потом пойду немножко поубиваю покемонов, потом вернусь, опять вылечу покемона, потом буду ходить собирать априконы, потом начну собирать ресурсы для постройки дома, чтобы хоть что-то себе там построить себе немножко там дом, первые как бы его чертежи, да, и потом, ну, чертежи, не знаю, как это называется, ну, как бы первые штрихи, да, дома, что как бы мы его начинаем строить, и как бы потом со временем мы построим дом, как бы мы будем делать несколько дел сразу, как бы качать покемонов, собирать ресурсы и строить дом. Я думаю, все-таки уже лучше построить себе дом, чтобы он как бы уже у нас был, да, и потом, когда у нас уже будет дом, начать делать все остальное, что как бы идет дальше, что нам нужно делать. Я думаю, так намного будет и удобнее, мне так кажется, и лучше. Так, нет, не-не-не-не-не, туда нам не нужно, в принципе, туда никак провалиться нельзя, так как... А, ширина там один блок. Ну, в принципе, куда бы нам... Так, куда я зашел? Вот сюда. Вот, отлично. Так, вернулись, я так думаю, мы на то место, где мы нашли фосил. Да, мы его нашли, в принципе, где-то вот тут. Во, отлично. Сейчас... Так, это что там у нас? Тут есть какой-то подъем, но тут, в принципе, подъем наверх. Я не знаю, нужно ли нам куда-то наверх подниматься. Ух ты, это что тут у нас? Ну, давай, спускайся, вода уже. Нет, тут у нас ничего толкового не будет. В принципе, зато ресурсы есть чуть-чуть. А, ну, в принципе, я бы был рад, если бы мы еще хотя бы один алмаз нашли, чтобы сразу себе там сделать алмазную кирку, да? Чтобы сразу себе потом сделать портал в ад и пойти там себе немножко раркенди добыть. В принципе, нам еще тростник нужен. Ну, я не думаю, что вот так его очень сложно разводить. Делаем потом мы себе и ферму тростника. Я все-таки, наверное, думаю, я выключу мирный режим. И как бы еда нам потом нужно будет самому ее делать.
Я так думаю, так и намного будет, как бы уже более survival будет, что уже как бы хотя бы еду добывать нужно будет. А так, если без еды, то какой смысл вообще? Ходишь, ловишь покемонов, а так хотя бы иногда, знаете, в принципе, отвлечешься немножко, что, о, еда мне нужна, как бы, было у нас и в предыдущих сезонах, что мы ходили там пару серий себе еду только искали. Так, железо, железо. Я не знаю, сколько нам вообще алюминия нужно, но в принципе там у нас есть покет-центр, а там есть хилки, можно будет немножко помародерствовать и забрать себе. А, в принципе там же компьютер есть, так что компьютер мы уже можем оттуда взять, и это уже отлично. Так что компьютер нам уже крафтить не нужно будет. Вот тут наш фосил был. Так, сейчас давайте куда-то мы вот туда пойдем. Фиг его знает куда. Главное, вообще, главное не упасть. Плаваю, это самое главное. Так, хрен его знает, куда бы нам пойти. Как бы вообще тут отлично так пробраться. Так, пойдем мы как-то вот так. Так вот, перебираемся по чуть-чуть. Там алмазы были, мне показалось. Нет. А! Все-таки тут есть алмазы, но я не сюда смотрел. Я смотрел в ту сторону, и мне показалось, что там есть алмазы, но алмазов там не было. Но я зашел за угол, и тут алмаз есть. Я не знаю, один он тут, или два. Я думаю, все-таки один. Нет, два. Нет, три. Нет, четыре. Нет, пять. Или сколько? Нет, шесть даже. Охренеть, ребятушки. Сколько алмазов? 6 алмазов было в одной куче. И это я даже их не видел. Я случайно вот сюда зашел, хотел пойти вот туда. Мне показалось, что там есть алмазы, а заглянул за угол, и там было 6 алмазов. Ребята, охренеть. Так. Ну, в принципе, я думаю, потом туда тоже можно будет пойти. Но давайте сначала мы куда-то вот сюда сбегаем. По-быстрому. Это что там у нас? Это у нас там золото. В принципе, давайте хотя бы кусочек золота возьмем. Так и так пригодится потом, я думаю. Потом сразу же наверх, как бы даже можно телепортнуться. Посмотрим. Так. Ух ты, это что тут у нас? У нас вода была, да, или что-то такое. Так, немножко прилагала. Тут у нас уголек. Уголь. И железо. Отлично. Пригодится. Давай, иди сюда, уголь. Сколько... Ух ты, это что тут у нас? Так. Уголь. Сколько там у нас уже? Почти два стака. В принципе, так и так уголь нам пригодится. И вот так, и вот так. Я, в принципе, думаю, потом даже можно будет свою сделать деревню или что-то такое. Можно даже будет использовать там креативный режим, чтобы заспавнить себе там пару жителей. Если потом у меня уже будет нормально ресурсов или посмотрим, что и как. Я, наверное, построю там парочку домов для жителей, чтобы... Возле моего дома еще кто-то жил, как бы, чтобы не так уж скучно было, и еще что-то, как это можно сказать. Ну, в принципе, так. Потом посмотрим. В принципе, 13 уровень у нас уже есть. Я не знаю вообще, зачем нам нужен тут уровень. Но я, в принципе, уже даже сейчас могу себе обсидиан накопать. Я же уже себе кирку даже могу сделать. Я думаю, давайте потом все-таки мы это все сделаем, так как не хочу я сразу же себе копать как бы копать обсидиан, чтобы сразу себе там сделать портал. Не вижу просто-напросто смысла сразу идти в ад. Так, секундочку. Тут у нас что? Тут у нас ничего. Так что о, железо. Давай, давай. Сейчас я посмотрю, сколько у нас уже там стаков железа. Еще одну. Отлично. В
принципе, у нас уже два стака железа. Это охренеть. Еще железо. Ну, в принципе, железо и так никогда не помешает. Я так думаю. Все так думают. Я думаю. Так. Давай. Ага. Если честно, уже даже не помню, как делать фосил машину, но я помню несколько частей. Я помню, что там вроде все-таки алюминий нужен, как бы будет нужен, поэтому я думаю, вот сейчас мы пойдем в покецентре и немножко его разграбим. Ну, в принципе, не разграбим, он там владелец покецентра немножко там одолжит нам алюминия со своих хилок. Так, отлично, 15 уровень. Идем мы куда-то вот. Хрен его знает куда. Так. Давайте пойдем вот пока что вот сюда. Проверим, что там у нас будет. Может, за углом опять алмаз там будет. Нет, тут у нас тупик. Давайте хотя бы выкопаем себе угля. Уголек. В принципе, уже можно копать вот так железной лопатой, так как железа у нас в принципе уже дофига есть. Все, побежали мы туда. И вот сейчас куда-то вот сюда. И отсюда не буду я идти. О, у нас там золото. Ну, пока что не буду, не буду, нет смысла. Хотел я взять золото, но конечно, нет смысла, просто-напросто нету смысла. Угу. Сейчас давайте все-таки, ой, так, куда мы тут идем? Ух ты, это что такое? Гулет, охренеть, чего тут, парни, новые покемоны тут начали тусоваться. Ну что, опять туда вернулись? Гулет, то бишь, я так заметил, в пещерах уже нету ни големов, ни джиодудов. А гулет какой-то. О, еще алмаз, охренеть. Так, давайте сейчас мы выкопаем еще себе вот тут железо. Так как я действительно что-то заметил, как-то джиодудов нету, гравелеров нету. Так, главное вот сейчас отлично туда спуститься. Нет, нет, нет. Ай, 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 ай. И ай, все, отлично. Все, уже главное не упадем мы туда. Так, там у нас что-то еще есть. Ну, лава то есть, я знаю, 100%. А по поводу еще алмазов. Зажрался, да? За первые две серии нашел 12 алмазов, да, еще горит. Еще алмазы. Так. Ну, в принципе, валим мы отсюда. Валим отсюда и пойдем, наверное, все-таки вот туда, откуда мы спустились. Вот отсюда. И пойдем куда-то вот туда. Так. Еще немножко угля. 17 уровней уже, ни хрена себе. Нет, сюда нам не нужно в лаву никому не нужно. Ну давай, 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 вот сюда, отлично. И давайте еще сюда проверим, пойдем в эту сторону, что тут и как. Ну. Угу, так. Тут у нас еще уголь, но не хочу я туда.
Не буду я тут копать уголь и железо в воде. Итак, ребятки, короче, был я в шахте, да, извините, что видео немножко обрезанное, но был я в шахте. Как раз на последней секунде я там увидел алмазы. Ну, потом я как бы поднялся, еще немножко покопался в шахте, добыл там себе угля, добыл себе там железо, добыл себе немножко ресурсов, ну, алмазов еще. И выбрался я, короче, наружу и поднялся вот сюда. В принципе, так я записывал. Потом я зашел в покецентр, сломал один. Покехил, мы с него не выпали. Алюминий сделал я себе еще одну железную кирку. Разрушил, ну, как бы сломал я еще один покехил и не выпал тоже. Как бы алюминий. И потом, вот что самое главное, я хотел сломать компьютер, но хрен он выпал. У меня в суть в том, что крашнулся Майнкрафт. И та запись, которая у меня и шла, она как бы неожиданно прервалась, и у меня видео было какое-то там поврежденное. Что я как бы его, ну потом я его пофиксил, но у меня оно там обрезалось приблизительно на 4-5 минут. Поэтому, ребята, не ломайте никогда компьютеры, или я не знаю, или это может было какой-то одиночный баг, что вот я сломал и крашнулся. А может вот такая хрень, что когда ломаешь компьютер, крашается маль. Но я не буду рисковать еще раз, так как не хочу. Но, в принципе, извините, ребятки, что если чуть-чуть видео обрезано, так как я действительно хотел сломать компьютер, но крашнулся маль, и я потом пофиксил видео, но оно немножко обрезалось на пару минут. Поэтому, в принципе, давайте сейчас немножко прокачаем нашего Чармандера, если, конечно, убьем Магикарпа. Но я думаю, конечно же, убьем. Ну, его, у него, в принципе, тоже скретч есть, да? Но он что-то пока что им не бьет, но, в принципе, как тот же Мариб, да? Что мы его били. Когда уже почти что его убили, у него последние атаки сразу, пум, начал атаковать. Ну давай еще один атак. Еще одна атака. Отлично, два уровня мы уже прокачали нашему Чармандеру. Давайте еще вот этого Мэджикарпа убьем. О, уже есть Эмбер. Ну, в принципе, Эмбер на одного покемона не очень. Отлично, поэтому давайте скретчим его. Подубасим. 12-14 уровень Мэджикарп. В принципе, тоже даст нам где-то 2-3 уровня. Давай. О, еще 16 Magikarp. Сейчас мы только вот на этих Magikarp'ах себе пару уровней поднимем. Я не знаю, в принципе, в следующем эпизоде мы уже себе начнем строить дом. Но я не знаю, может я все-таки начну строить себе дом без съемки. Так как я еще тут себе поищу нормальное место, чтобы начать строить дом. Поэтому, наверное, все-таки да. И я начну строить дом без съемки. Но потом в следующем эпизоде мы как бы уже будем его строить, достраивать вместе. О, это хреново. Я что-то как-то даже не заметил. Ладно. Этот Magikarp уже бьется. В принципе, давайте сейчас увеличим нашего Чармандера. И вот так, все. В принципе, ребята, давайте все-таки на этом уже закончим. Я еще раз извиняюсь за то, что видео немножко обрезанное. Это кто у нас? Торчик. О, офигеть, уже сразу так заспанился. Действительно, ребята, я извиняюсь, что видео немножко обрезанное, но как бы, да твою ж... Я хотел сломать компьютер, чтобы взять его себе, но вот, крашнулся майн, поэтому... Да чё, издеваюсь, 28 уровень на 9-го. Вот и зараза. Так, ладно, давайте мы сейчас еще раз увеличим нашего Чармандера. Все?
Нет. Отлично. Так, давайте я еще вот сейчас туда немножко пробегусь. О! Я как-то даже не заметил, мы там сокровищницу нашли, или как оно там называется. О, это что еще за покемон? Плюсл, плюсл. Офигеть. Я хотел сюда побежать, посмотреть, нет ли тут какого-то нормального места, чтобы себе построить дом. И вот уже... О, этот еще прикольный покемон. Так, давайте... Забегаем мы сюда, забегаем мы вот сюда. И вот так, это сразу ломаем, чтобы в случае... О, ни хрена себе, алмазная бронька для коня. Офигеть. О, железо. В смысле... Золото. Еще золото, еще алмаз. Офигеть. Тинти я брать не буду. Сразу мы сейчас выбираемся, чтобы время не терять. И вот так вот. Давайте отсюда мы тоже как-то выберемся. И, в принципе, ребятки, я не знаю, я думаю, можно будет вот тут где-то построить дом, так как у нас тут и пустыня, и лес, и равнина, и горы вот там где-то, да? Так, сейчас. Да, и горы тут у нас тоже есть. Если что, Молтрес, да? И там у нас болото есть, а ну еще сейчас вот туда пробегусь. В принципе, да, можно вот тут себе дом построить. Или же... Сейчас я посмотрю, что тут у нас. Ну, давай вот, вот сюда. Или вот тут... Там у нас еще равнина, да? Или мне кажется? Вроде, ну фиг его знает. О, тут уже у нас камушки для Пикачу. Ну, электрический камень, чтобы сделать. В принципе, Пикачу и так я словлю. Это же Пикачу. О, Сватбон. Игли... Иглипу... Буф. Охренеть. Так, это у нас тут огромные горы. Да-да, я тебя слышу, Клафери. Поэтому, ребятки, дом я, наверное, все-таки построю вот где-то вот тут. Тут отличное такое место, и озеро, и джунгли, и лес. Ну, я потом без съемки найду себе нормальное место, начну строить дом, а потом в следующей серии мы вместе построим дом. Достроим, не достроим, так как я не знаю, сколько я буду строить вот тот дом. В смысле, что начнем его строить. Поэтому, дорогие друзья, давайте на этом все-таки закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.